Глава региона провел заседание рабочей группы с участием обманутых граждан и руководителей строительных компаний. Более подробно смотрите далее. Михаил Дегтярев провел очередное заседание рабочей группы с участием обманутых граждан и руководителей строительных компаний. Глава региона потребовал ужесточить контроль над недобросовестными застройщиками, назвав это одним из главных факторов скорейшего решения проблемы. К участию в заседании были приглашены представители инициативных групп участников долевого строительства, главы краевого центра и Хабаровского района. Здесь сосредоточено большинство проблемных объектов, министры краевого правительства, юристы и руководители компаний, застройщиков, нарушающих договорные обязательства перед жителями региона. Большинство проблемных объектов расположены на территории крупных муниципальных образований, однако местные власти ранее не проявляли особого рвения в решении проблемы. Михаил Дегтярев назвал подобную ситуацию недопустимой, поручив местным главам наладить контроль за достройкой проблемных объектов. Дольщики обратили внимание на то, что отсутствует регулярная обратная связь от учредителя ряда строительных компаний, а работы по возведению жилья ведутся крайне медленно, на некоторых объектах отсутствует охрана. Михаил Дегтярев, выслушав претензии со стороны дольщиков к застройщикам, обратил внимание руководства муниципалитетов на то, чтобы администрация активнее включалась в процесс помощи гражданам в решении проблем в достройке жилья. Привлечение к решению проблемы обманутых дольщиков контрольно-надзорных органов позволило обеспечить полную прозрачность финансовых потоков, направляемых на достройку проблемных домов. Так, в ходе заседания рабочей группы Михаил Дегтярев четко обозначил, что власти видят финансовые потоки застройщиков и не позволят им проигнорировать обязательства перед дольщиками. Ранее глава региона объявил, что персональную ответственность за достройку домов с ДДУ и выплату компенсации дольщикам несет министр строительства края. Кроме того, на регулярной основе в правительстве региона проходят совещания по вопросу обманутых дольщиков. На каждом из них чиновники предметно рассказывают, каких успехов удалось достичь в решении проблемы, с какими сложностями столкнулись и что предстоит сделать на ближайший период. Такой подход, внедренный с подачи Михаила Дегтярева, позволил повысить фокус и заинтересованность органов исполнительной власти в скорейшем решении проблемы. В конце встречи Михаил Дегтярев дал поручение Министерству строительства края и Комитету государственного строительного надзора правительства края подготовить документы по проблемным объектам и передать их в правоохранительные органы.